Свердловской области устраняют последствия непогоды. Сильный порывистый ветер до 26 метров в секунду. Ливни, грозы и град были зарегистрированы на территории 19 муниципальных образований. В результате непогоды, чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, но вместе с тем зарегистрированы отключения электроснабжения. Сейчас энергетики производят работы на электросетях для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. Кроме этого, зафиксированы в муниципальных образованиях сотни поваленных деревьев, десятки поврежденных автомобилей. В Екатеринбурге в результате сильного порывистого ветра на одной из стройплощадок упал кран. Ситуация по прохождению непогоды на территории области продолжает находиться на контроле Центра управления в кризисных ситуациях. Во всех муниципальных образованиях, которые настигла непогода, работают оперативные группы МЧС, ведется мониторинг ситуации и, соответственно, последствия непогоды. Также специалисты МЧС помогают коммунальным службам в расчистке дорог и тротуаров от поваленных деревьев. Силы и средства МЧС и муниципальных образований продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории области, поэтому мы просим жителей быть предельно внимательными и осторожными, без крайней необходимости в непогоду на улицу не выходить. Верно? Да.